Всем привет! Меня зовут Оксана, и я рада вас приветствовать на своем YouTube-канале. Сегодня хочу показать вам, как же я вяжу, точнее, как я набираю петли на спицы для того, чтобы вязать их способом Magic Loop. Когда я вязала эти ажурные носочки, у меня под влогом спрашивали, как же набирать так петли, как же вязать сразу два носка. И я сняла небольшое видео и покажу вам, как же я это делаю. Надеюсь, оно будет для вас полезным. Для того, чтобы набрать петли на спицы сразу для двух носков и вязать способом Magic Loop, лучше всего брать спицы с резкой 100. 80 будет немножечко некомфортно при вязании. Возможно, что у вас, если будете очень резко двигаться, петли будут соединяться. И чтобы такого не произошло, лучше брать на леске 100. У меня это спицы Zinc от Knit Pro на леске 100. 2,5. Но тут на самом деле смотрите просто, какие спицы вам подходят в данном случае, на каких спицах вообще будете вязать носочки. Так, теперь что мы делаем? Мы набираем с вами петли на одну спицу. Значит, сначала вот у меня есть два моточка. Можно сразу с одного моточка с двух концов набирать. Это не важно. Мы, значит, немножечко вытягиваем ниточку и набираем необходимое нам количество петель. Будет оно 60, 64, 68. Я много набирать не буду, я просто покажу вам, как это делается. Ну, например, давайте наберу так 20 петель, чтобы было удобно показывать, что же делать нам дальше. Значит, сколько у нас? 3, 6, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 20. Набрали. Мы набрали с вами петли с одного клубка. Теперь мы его немножечко убираем в сторону. И теперь берем либо второй клубок, либо ниточку с другого конца мотка. И проделаем все то же самое. Набираем с вами еще 20 петель. Вот на эту же спицу. Набрали. Значит, смотрите, что у нас получается. 20 петель из одного мотка, 20 петель из другого мотка. Самое сложное здесь на самом деле только первый ряд. Вот главное здесь не ошибиться, сделать все правильно, и тогда все будет дальше прекрасно. Значит, делим с вами наши вот эти вот 20 петель пополам. Ну, у вас, например, там 60 петель, у вас будет 30-30, у меня же это будет 10-10. Так вот, 5... 10. Я вот так вот ногтем их разделяю и переношу сюда на леску. Аккуратненько придерживаю и сейчас сжимаю вот так вот леску и тяну. Тяну другую спицу. Не там, где у нас все петли, а вот которая все это время была не задействована. Вот таким образом я перетянула. Очень аккуратненько, смотрите, сдвигаю вязание. То есть у нас изнаночные с одной и с другой стороны будут вот так вот внутри. Так. Теперь нам необходимо проделать всю ту же самую манипуляцию вот с этими 20 петлями. Я их тоже на леску сюда передвигаю. Отсчитываю 10 петель. 5, 10. Опять же так вот ногтем аккуратненько придерживаю и аккуратненько вытаскиваю леску. Вот так. Поскольку леска у нас большая, то понятное дело, что нам ее с вами хватит. Смотрите только, чтобы у первых петель не леска-то не вылетела. Значит, а теперь, как я говорила, самый сложный первый ряд. У нас с вами должно получиться следующее. Значит, вот все подтягиваю. А спицы должны смотреть вот так вот перед вами друг на друга. Вот так. Я перетянула сюда свои петли, а другие остались на леске. Здесь тоже, как видите, я перетянула на спицу 10 петель, другие остались на леске. Я обычно начинаю, здесь начало у меня ряда происходит, я вешаю маркер. Потом, главное, взять нужную нить. Не там, где у нас кончик, а вот длинная, которую будем взять рабочую. Вот так ее перекидываю. Вот так. И начинаю вязание. Я здесь никак не смыкаю в круг. Я просто в конце, когда ниточку прятаю, делаю эту петлю. И теперь я просто начинаю
аккуратненько вязать эти 10 петель. Подтягиваю первую петлю и придерживаю ее пальцем. Вторую и тоже ее придерживаю пальцем. Все, дальше мы свяжем с вами спокойно, в расслабленном темпе. Вот я вяжу свои 10 петель, у вас там, например, 30, 32, 34 петли. И мы их провязали. Видите, спица освободилась. Аккуратненько, вот так вот, я немножечко на саму спицу передвигаю вязание, чтобы ничего не слетело. И вот эту леску со спицы, которая освободилась, я немножко перетягиваю и переворачиваю вязание. Здесь я все переснимаю с лески на спицу. Так, очень. Главное, чтобы у нас вязание не было перевернуто. Главное, чтобы лицевые петли, вот эти вот, которые мы набирали, не смотрели на нас, а не внутрь. И если даже не смотрят на нас, все равно проверяйте, чтобы у вас вот здесь вот нигде вязание не перекрутилось. Теперь эту спицу, которую должны будем вязать, вытягиваю. Вот так вот. Здесь опять же нить подзатягиваю и продолжаю вязать. Так подзатягиваю. У вас это резинка, я просто сейчас показываю лицевой гладью. Вы сразу вяжете, например, резинкой. 1 на 1, 2 на 2, неважно. Там 3 на 1, 3 на 2. Так. Вот, видите, с одним мы закончили. Потом все это подтянется, все будет хорошо. Дальше переходим к следующему нашему будущему носочку. Тоже смотрим аккуратно. Значит, это вот нить, где мы набирали коротенько внутрь. Вот это, которую сейчас будем вязать. Проверяем, чтобы наше вязание не было перевернуто. Изнаночные, видите, они петли изнутри. Здесь у меня вот лицевые, здесь ничего не перевернуто. И опять же продолжаю вязать. Первые две петли я подзатягиваю и придерживаю пальцем. Все, дальше вяжу в расслабленном, спокойном темпе, как вяжу обычно. Так, перетягиваю спицу, переворачиваю аккуратненько. На спицу здесь все двигаю. Самое, на самом деле, вот я повторюсь, тяжелое, это только может быть первый ряд, дальше все просто, потому что здесь главное, чтобы вы не перевернули это вязание, чтобы вы начали вязать с нужной вам нити и чтобы у вас петли не слетели. Так, вот перетянула и опять, видите, подзатягиваю чуть-чуть две петли, пальчиком придерживаю и дальше вяжу спокойненько. Все, и таким образом мы с вами провязали первый наш установочный ряд. И дальше вы просто вяжете по кругу. Вязание происходит очень легко. Главное, чтобы у вас петли были на спицах и на лесках, никуда не улетали. Главное еще, чтобы вот здесь вот ваше такое лассо, да, вот петля всегда оставалась между двумя спицами. И вяжете просто по кругу. Давайте я вам еще раз покажу. Вот. Видите, мы с вами набирали здесь петли, это вот наш первый ряд. Раз, два, видите, подзатянула чуть-чуть и дальше вяжу спокойно. Очень удобно использовать это вязание, когда сразу хотите связать пару носков, пару перчаток, также вяжу, и даже пару рукавов, если у вас позволит длина лески. Все, и потом. И еще самое главное, вот какой момент, следите за нитью, чтобы вы случайно не провязали одной нитью все ваши петли. Потому что бывает такое, даже у меня, я иногда могу задуматься, отвлечься, и я вот вяжу одну нитью и прихожу и дальше вязать оставшиеся петли, которые должны вязаться из другого клубка. Тогда у вас здесь вязание сомкнется, и понятное дело, что носки вы носить раздельно не сможете. Поэтому тоже следите за этим очень внимательно. Надеюсь, что я вам была полезна. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если такие мастер-классы для вас интересны и полезны к применению. Я постараюсь снимать что-нибудь еще на канал. Всем спасибо, всем пока!